Ну, наверное, Канело фаворит. У него очень широкая вот эта вот часть прям, да, то есть нижняя, то есть грудь, вот спина. То есть я бы хотел, да, провести этот бой там за более лучший гонорар, чем провел. Ну. Наверное, Канело фаворит, потому что он дважды уже там выиграл, да, Геннадия. Неважно, как по бою, но по решению судей он выиграл. Ой, ну, один раз ничья, второй раз выиграл, да, то есть бой интересный в любом случае. Но я думаю, после моего боя с Канело, то как бы многие считают, что сейчас бой станет интереснее между Геннадием и Канело, да. Не знаю. Ну, вообще, как бы, я не знаю, сколько он весил. Возможно, почему бы нет. Он, на самом деле, у него очень широкая, может быть, боксирует, да, в 7-6, и за счет чего он, как бы, физически крепкий. У него очень широкая вот эта вот часть прям, да, то есть нижняя, то есть грудь, вот спина, то есть вот где живот, в районе живота, он прям такой широкий. А сколько он весил, я не знаю, его никто не взвешивал. Но... Если. Ну, во-первых, пробой с Геннадием не обсуждалось, да, и я, как заявлял уже, есть у меня обязательства даже перед Канело, да, то, что я должен дать ему реванш. То есть в течение там 6-9 месяцев, по-моему, они должны изъявить желание получить реванш. Неважно, проиграет он или выиграет, то есть они хотят, они могут активировать эту опцию. Пробой с Геннадием я, если честно, даже не думал. То есть, не знаю, нужен он, в каком весе и ради чего там. Ну, если выбирать между там объединительными боями и реваншем, конечно, мне для своего какого-то самолюбия, наверное, да, для своей какой-то истории хотелось бы больше объединительные бои. Но и реванш тоже неплох. Ну, это мне больше всего интереснее, на самом деле. То есть, от боя с Альваресом я получил, что хотел, в принципе, да, там, то внимание. Но есть основные цели, там, это пояса. Конечно, хотелось бы. Но насколько это возможно организовать, это уже другой момент, потому что у меня есть обязательства по поводу реванша. Может быть, это с Рамиросом, да, потому что он так много бывает заявлений делает, которые... То есть хотелось бы с ним побоксировать. Наверное, да, потому что давно кипит вот это вот все у нас там, бой, не бой.